Полная дисквалификация. Отстранение России от Олимпиады назвали полумерой. Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства World Anti-Doping Agency принял крайне суровое решение. Спортивные чиновники фактически отстранили Россию от Олимпиады и от других престижных международных соревнований. Однако некоторые оппоненты считают, что эта мера слишком мягка. Вице-президент World Anti-Doping Agency Линда Хёлиланд призналась, что была расстроена решением на 4 года запретить российским спортсменам выступать под своим флагом и в сопровождении российского гимна. Отстранение России от Олимпиады, по ее словам, полумера. Я настаивала на полной дисквалификации. Цитирует ТАСС спортивную чиновницу. Считаю, что это самый большой скандал, который был в мировом спорте. Объяснила она свою позицию. Линда Хёлиланд выразила уверенность, что помимо прочего Россия должна покаяться перед всем миром за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Это пока все, что мы можем, посетовала вице-президент World Anti-Doping Agency. О том, в какой атмосфере проходило голосование за отстранение России от Олимпиады, рассказала заместитель генерального директора российского антидопингового агентства Русада Маргарита Пахна-Цекая. Она отметила, что члены исполкома не высказали ни единого тезиса в поддержку России. Решение исполкома World Anti-Doping Agency было ожидаемо, и тому, что оно было единогласным, я тоже не удивлена. На недавнем заседании World Anti-Doping Agency я наблюдала примерно такую же картину, отметила Маргарита Пахна-Цекая. Это катастрофа вообще, подчеркнул тренер по фигурному катанию Алексей Мишин. Меня это очень опечалило, конечно. Наверняка мы будем апелляцию подавать. Давайте дождемся результатов апелляции, может, какие-то найдутся доводы, которые нас спасут от этих санкций, добавил он. Спортивный юрист Артем Пацев в свою очередь отметил, что на оспаривание решения об отстранении России от Олимпиады у Русада есть 21 день. В случае, если спортивные чиновники оспорят суровый вердикт исполкома World Anti-Doping Agency, вопрос будет передан на рассмотрение в спортивный арбитражный суд, CAS. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Сильно изменившаяся Шукшина выставила на показ жуткий шрам на интимном месте. Слуцкая о грандиозном провале Загитовой. Она боролась до последнего. Сестра Фриски о Шепелеве. Он готовился к смерти Жанны очень тщательно. Сексуальные фантазии. Киркоров елозил по полу с толпой разгоряченных парней. Видя. И многое другое.